Вітаю вас. Ви дивитесь програму «Вечірні розмови». І сьогодні у нас в гостях зірка світового джазу, видатний піаніст, музикант, якого вважають найобдарованішим музикантом сучасності. Зустрічайте у нас в гостях Вадим Несиловський. Пане Вадиме, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю вас. Джаз світового рівня потрохи дістається Дніпра, і дуже приємно, що до нашого міста приїжджають такі музиканти такого рівня, як ви, і є можливість ходити на концерти. Отже, ви український піаніст і композитор, так? Ви народилися так. В Одесі. Так. В Одесі і в 15 років ви поступили в консерваторію. Це правда, що ви й досі залишаєтесь наймолодшим студентом цієї консерваторії? Вроді би, да. Вроді би, так вийшло, що я закінчив свою школу в Одесі, потрясаючий Рижельєвський ліцей, 2 роки за один, останні 2 роки. І закінчив школу в 15 років. И пришел в консерваторию поступать. У меня не было паспорта. И они долго решали вопрос, как меня принять. Ну вот получилась такая, в общем, сенсация до сих пор, да. Самый молодой. Ну, тобто ви такий були обдарований, навіть в школі, ви, ну, в ліцеї, як ви кажете, навчались, і так виходило, що всі дисципліни ви здавали швидко. Да, ну, вони потім пожалели о том, що вони мені розрешили це зробити, ну, вже получилось все так, как получилось. А чему? Ну, потому что Рижельевский лицей – это, наверное, одна из самых лучших школ до сих пор в Украине. Там готовят физиков и математиков. Вот. Я параллельно с Одесской консерваторией семестр отучился на физическом факультете университета. Так вы получилось. Туда потрапили. Так получилось, да. И потом уже сбежал в консерваторию, потому что, ну, все-таки меня музыка еще больше увлекла. В 17 років ви переїхали з родиною в Дортмунд, да. Де продовжили своє навчання. Це таке співпадіння, що переїхала родина? Чи родина заради вас переїхала? Ні, ну, знаєте, це були 90-ті, тоді уїжджала маса людей, і ми не стали ісключенням. Єврейська еміграція, хто їхав в Америку, хто в Ізраїль, ми поїхали в Германію. Вот. Ну, таке, це було общее рішення, не ради. Я би сказав, не тільки ради мене, мені кажеться, взагалі. Так рішили. Вот. І вже далі життя в Германії продовжилась. Так, і потім ви поступаєте в Бостонський коледж. Ну, це Berklee такий... College of Music, так. Так, так, так. У джазменів всього світу викликає трепіт і неабиякий респект цей коледж. Він такий престижний, шанований. Я так розумію, що завдяки навчанню в цьому коледжі ви потрапляєте в такі, ну, кола джазові, елітні, скажімо так. Ну, безусловно, Berklee College of Music, говоря по-английски, стал моей такой путевкой в жизнь. Я мечтал об этой школе. У них совершенно невероятный маркетинг, естественно. То есть, живя в Одессе, я знал, что Berklee существует, и не только я. Тогда еще, в те годы. Вот. Ну, конечно, из Украины я бы в Berklee в жизни бы не попал. Это уже... Вот ситуация моя в Германии позволила подать на специальную стипендию для талантливых музыкантов в Германии, значит, на то, чтобы дальше поехать учиться в Америке. Я за это Германии, конечно, бесконечно благодарен, что они мне дали вот такую вот путевку. Так судьбоносный такой переезд вашей родины был так. Выправданный, скажем да, так. Да, да, да. Я безумно, конечно, благодарен. Все как-то в этом смысле все одно к одному вот складывалось. А сколько вам років тоді було, коли ви в коледжі навчалися? В Berklee? Так. Я приехал в Berklee, уже закончив классическую консерваторию в Германии. То есть мне было, я все время забываю, 23 или 24. Ага, тобто ви вже такий були, ну, свідомий. Я вже був чоловік, да, я вже знав, що мені треба. Я вже знав, що мені треба, що, кстати говоря, в этом коледже совсем не мешает, потому что он огромный, он много всего предлагает и в общем, я рад, що я именно в этом возрасте сюда приехал, я знав, чого хочу. І цікаво, що в цьому коледжі ви зараз викладаєте. Да. І ви перший викладач там, а виходець з України. Это правда, да. Сейчас со мной работает мой коллега, тоже мой земляк из Одессы, Максим Любарский, но на тот він момент... Він же другий. Да, він же другий. А ви перший. Знаете, как приятно в коридоре в Berklee встретиться с человеком, которого я знаю с 13 лет.
Отак виходить. Слухайте, ну як цікаво звучить професор джазового фортепіано. От я не знала, що таке є. Виходить, що є. Ви викладаєте там фортепіано, імпровізацію та композицію, так? Так. Так. Багато талановитої молоді. Я так розумію, це з усього світу вони приїжджають. Со всього міра, да, безусловно. В этом большое счастье этой школы, поскольку имя настолько известное, знают о ней, естественно, везде. И самые яркие ребята со всего мира мечтают туда попасть. И, в общем, Беркли устроен так, что ну, вот каким-то действительно ярко-ярко одаренным ребятам они помогают, даже если нет денег на образование. Потому что стоит это все-таки очень больших денег. Тобто є спеціальні стипендії, так? Да, да. Для самых талантливых они находятся, и поэтому... Вот у меня сейчас в классе ну, совершенно потрясающий японец, совершенно потрясающий турок, удивительные абсолютно несколько американцев, корейцы. Да, вся география. Украинцы. Это очень интересно. Бывают? Украинцы в данном конкретном, в этом семестре у меня нет украинцев, но были уже где-то 3 украинца прошло, да. Да. Замечательні, кстати, теж ребята. От коли ви навчалися в Берклі, так? А ви ж тоді почали гастролювати вже? Ну да. Ну, я, конечно же, уже живя в Германії, какие-то у меня первые концерты были. Ось світові гастролі, це пізніше чи в той час почалися? Ну, по-настоящему, з зірками джазовими. По-настоящему это вот я закончил Беркли и чуть ли не в тот самый день вице-президент колледжа Беркли Гэри Бёртон, легенда, из-за которого я, наверное, и поехал туда, и мечтал попасть, написал мне такой имейл, мы как раз вспоминали с Натальей Борисовной Пономарчук, с которой сейчас ехали в поезде, он мне написал такой имейл: дорогой Вадим, вот найдется ли у вас время принять участие в Сан-Франциско джазовом фестивале в ноябре? Это писал человек, который я прекрасно понимаю, что он прекрасно понимает, какое действие его письмо на меня оказывает в данный момент, да? И вы думаете, у меня найдется время? У меня, звичайно, будет час. Нет, он просто мог бы написать: ты, хочу с тобой играть. И уже было бы эйфория. А тут еще оно такое, как-то он витиевато так очень мягко построил. Интеллигентная людина, знаете. Да, да. Ну, он понимал, он хотел поиграть в такую. Потом вы едете до Америки, так, в институт? Да. Навчаетесь там? Да. Thelonious Monk Institute of Jazz. Потом я еще переїхав в Новий Орлеан. А це правда, що цей інститут він випускає всього 7 випускників щороку там? Не щороку, а раз в 2 роки. Навіть в 2 роки? Да, да. Один раз на 2 роки. Да, що це за такий інститут, що от, ну, слухайте, ну, там краще з найкращих? Це удивительна дійсно програма. Удивительна програма. Я її в якийсь момент назвав, уж не знаю, как назвать, джазовый рай или джазовый коммунизм, уж не знаю как. В общем, нас жюри из действительно, ну, наверное, самых известных сегодня музыкантов, из живущих, Херби Хэнкок, Уэйн Шортер, Теренс Бланшард и сын Телониуса Монка, Т.С. Монк. Для тех, кто, ну, немножко джазом интересуется, вы меня понимаете. Вот. И вот это вот такой вот комитет, он отбирал по одному человеку на инструмент людей, которых можно было объединить в группу. То есть это бэнд. Это просто институт, это бэнд. И этот бэнд, он вот был из 7 человек в моем случае. Сейчас эта цифра всегда колеблется между 6 и 7 музыкантами. И цель, значит, дать возможность этой группе на протяжении 2 лет репетировать и общаться с самыми известными, самыми легендарными музыкантами, которые приезжают и как бы вот менторствуют над нами вот, на протяжении 2 лет. И сейчас этот институт находится в Лос-Анджелесе, а я попал на вот один из 2 вот этих вот 2-годичных периодов, когда они были в Новом Орлеане. И мне кажется, это еще... Мне очень повезло. Еще круче. Да, потому что это... Ну вот оно же оттуда... Вот, Нью-Йорк, Бостон, ну, это одна Америка, ну, да, а тут Новый Орлеан, это вообще. Я хочу сказать, кстати, что одесситу Новый Орлеан оказывается очень близок. Это что-то такое тоже южное, такое расслабленное.
с большим юмором, с большой какой-то долей мистики. Я себя там шикарно ощущал. Тобто вас водили в, так, в коле джазове, так? От, да. Під час навчання знайомились з зірками. У вас да. кругом голова не пішла тоді від такого життя? Ну, вона до сих пор йде кругом. Іноді я себе щипаю і говорю. Говорю, ну, знаете как, мне просто интересно, я, ну, еврей из Одессы, вот кто я, на 75% еврей, на 25% украинец, по крови, да, и вот когда этот самый просто одесский пацан сидит в Индии на приеме у внучки Махатмы Ганди, тут, значит, Херби Хэнкок, тут представительство, вот сенаторы, первая была делегация во время Обамы в Индии. Я себя щипаю, не говорю, вірится, так? Парень, что ты тут делаешь вообще? Вот, ну, це реальність, повезло, чи ні? Повезло, ну, что могу сказать. Ну, счастливчик. Ви. Конечно, конечно. Ну, я не могу сказать, что я совсем не работаю. Трішечки все ж таки працюєте. Да, ну, мне кажется, что все-таки, когда... Очень важно знать, чего хочешь. Когда знаешь, все-таки как-то мир отвечает. Если вот, ну, совсем уж там не, нету какой-то непрухи, отвечает мир. Ну, працюєте багато, я думаю, репетицій вдосталь. Мне кажется, что да. До Дніпра ви завітали, аби дати один єдиний концерт. Він відбудеться в рамках проєкту «Минора Арт Платформа». Там з'явився новий напрямок «Минора Джаз Проджект». І це перший концерт в цьому напрямку, да, буде в джазовому. А ви будете виступати з ще однією такою легендою і видатним музикантом в дуеті. От розкажіть про свого напарника в концерті. Аркадій Шелклопер – це дійсно жива легенда. И для меня этот музыкант имел огромнейшее значение еще до того, как мы с ним познакомились. Я приехал в Германию, как вот уже выше говорилось, 17-летним. И, естественно, я уже болел джазом, я попал в эти магазины, в которых была масса джазовых дисков. У нас в Одессе это все просто моряки, там какие-то кассеты раздавали. И тут вдруг Германия, все, о чем я мечтал, и все, даже что я не знал, что есть. Вот эти все диски. Американский джаз, европейский джаз, разные направления, Норвегия, в общем, все что угодно. Там только не было нас. И тут вы появляетесь. Там только не было нас. И вдруг мне один мой знакомый, потрясающий сам по себе журналист «Радио Свободы», Юрий Векслер, рассказывает о том, что появилась такая группа из бывшего Советского Союза, которая, в общем, производит фурор сейчас на всех джазовых фестивалях Европы. Да, это вот как раз тогда, 96-97 год. Группа эта называется Moscow Art Trio. Возглавлял ее Миша Альперин, уроженец Украины, который стал первым музыкантом с постсоветского пространства, который получил контракт с самой престижной джазовой фирмой ECM. Что он делал? Он совмещал славянские, еврейские, украинские, молдавские мотивы с джазом. И вместе с удивительным совершенно волтарнистом, бывшим волтарнистом Большого театра Аркадием Шелклопером, они просто поставили на уши все фестивали Европы. Но он считается наикращим волтарнистом, так, в свете зараз? Он, как джазовый волтарнист, Аркадия Шелклопера знают все. Он сейчас получил почетного звания, значит, в волтарновом обществе там, всемирном. О, он, действительно, такая... он действительно суперзвезда на своем инструменте. Чуть позже он открыл для себя еще альпийский рок. Так. И на альпийском роке оказалось тоже, что швейцарцы, которые придумали этот инструмент, так не играют на альпийском роке, как он. И он поэтому не вылезает из Швейцарии, потому что это для них просто диво. Вот. И вот так вот я попал на их концерты впервые в Европе и познакомился. Я тогда был просто пацаном, там, не знаю, уже 18-19 лет. Разок мы с ними пошли, попили пиво. Они просто как-то, ну, они даже не слышали еще ни ноты. А потом прошло лет, наверное, 13. И Миша Альперин, Аркаша, начал рассказывать. Знаешь, я открыл для себя, есть такой музыкант, Вадим Несиловский. Он не вспомнил,
Что мы, что мы встречали. Что вы пиво пили. Что мы пиво пили вместе. Разом. Вот. Он просто нашел где-то, кто-то ему посоветовал, он заинтересовался, написал мне письмо. Я, естественно, был в шоке, просто потому что для меня это... Ну, все вам листы пишут. Понимаете? Понимаете? Ну, я тоже так... пишу достаточно писем, поверьте. Вот. И не на все... Всегда приходили ответы, так что это нормально. Вот зараз поэтому... ви виступаєте разом, так? С Аркадием. Да, ну вот уже 8 лет назад, собственно говоря, к одному немецкому продюсеру пришло в голову нас с Аркашей соединить. Вот как раз после того, как Альперин вспомнил вообще, что... В общем, они меня как-то нашли. Вот Аркаша меня запомнил еще со времен пива. И мы играем с 2011 года, мы объездили... Действительно, очень много всяких стран, именно как дуэт. То есть вот произошла химическая реакция. В Украине вы вперше? Нет, мы очень много играли в Украине. В Днепре с Аркашей мы впервые. Ну, мы были в Одессе, мы были во Львове, мы были в Киеве. А як вам українська публіка? Як, чи доросла вона до джазу? Ну, як... Ну, конечно, доросла. Слушайте. Ну, кажуть, що от треба дорости, що джаз це такий між собойчик, знаєте, така музика не для всіх, що її треба не тільки там розуміти, відчувати. Ну, це щось таке, знаєте, вища математика для. Знаєте, буквально позавчора я грав свою авторську програму з оркестром в Київській філармонії. Когда я увидел вот этот полный зал, который даже, вот нескромно скажу, встал в конце этого концерта, мне было понятно, что либо то, что я играю, это не джаз, что я не исключаю, либо джаз — это не между собой. Просто слово джаз на самом деле не имеет точного значения. Каждый понимает под этим словом что-то свое. Единственное, что можно с уверенностью сказать, что в джазовой музыке есть элемент импровизации. Все остальное открыто для интерпретации. Есть музыка, которая вас трогает, есть музыка, которая вас не трогает. То есть у вас каждый концерт — это импровизация? Элементы импровизации. Я композитор, который пишет музыку. Это самое главное для меня. Джазовый язык — это одна из моих красок. Вот то как... вы можете написать вот так, навіть в процессе концерта? Это происходит. Даже в конце концерта, вот мы даже с Аркашей сейчас это пробуем делать, мы спрашиваем публику вот цифры там, от 1 до 12, которые образуют мелодию, и мы на месте сочиняем. Вот. Но, конечно, я бы сказал, 70% — это просто музыка уже придуманная, написанная, которую просто мы ее сами придумали, вот что. То есть вы еще залучаете публику, такой интерактивный, да, такие, да, концерты у вас. Да, и это хорошо получается. Это очень важно для публики, потому что они видят, что, во-первых, когда, сколько бы вы раз не говорили публике, что импровизация, они не могут этого ощутить, потому что у них нет информации, что у нас заготовка, что нет. Если они уж 10 раз пойдут на один и тот же концерт, они поймут, в чем разница. А когда после концерта мы говорим: хорошо, все карты открываем, сейчас мы будем создавать на месте. Вот тогда у людей: ага, так вот они какие. Это же было не по нотам, но они и не на память не запомнили, потому что они сами придумают эту мелодию. А це правда, що ви прихильник виключно, ну майже виключно німецьких композиторів? Ні, це неправда. Но я очень люблю німецьких композиторів. Я там учился. И, конечно, вот поэтому у меня была такая мысль, что раз уж я научился, скажем, играть Бетховена, не то, что я не научился играть Бетховена, я учился играть Бетховена на родине Бетховена, мне захотелось изучать джаз, конечно, на родине джаза. Поэтому это как-то так. А, ну вы еще полюбляете и рок-музыку. Очень. Насколько серьезный рок вы любите? Всякий рок. Да вообще для меня нету, понимаете, все эти слова... Рок, джаз, классика, китайский поп, не знаю. Все это слова, это бирки на товарах в супермаркете. Это люди, которые продают музыку, торгуют музыкой. Они вынуждены придумывать стили. Вот так и джаз, да, мы спешим эту бирочку так, наклеить так на музыканта. Настоящее явление в искусстве всегда вне этих всех рамок. Це, да, особисте сприйняття, так? Конечно. От, чи до душі, чи ні? Конечно. Ну, от Beatles, появилась група Beatles, да? Ну, що, це рок?
Так послушайте, в зависимости значение от того, какая песня. Так. Это Элеонор Ригби, струнный квартет, какая-то классика. Тут вдруг уже и блюз. Или группа Queen, например. Прекрасный пример, да? Опера, мюзикл, джаз. Микс. Талант. Настоящий талант. І на самом деле во всіх жанрах це происходит. Як ви відноситесь до всього, що зараз відбувається з Україною? Ця ситуація навколо України і з Україною? Я очень сопереживаю всему, що происходит з моєю страной. Я считаю Україну своєю страной. Родина одна. Вот. Як часто ви говорите, я українець? Часто буває такі ситуації? Часто, да. Я даже с вами поделюсь очень важной вещью, которую, может быть, вы можете не знать, но в 2015 году я организовал в Бостоне концерт совместно с Организацией Объединенных Наций по поддержке на тот момент беженцев. Расселенцев, так. Вот. И это было потрясающе, потому что это не просто украинцы пели украинские народные песни, а это пел хор из как минимум 30 национальностей и всех цветов кожи украинские песни. Спевал украинский? Да, да. И легенда джаза Гэри Бёртон один из своих концертов, последних в своей карьере, дал именно там. И все это есть в Ютубе. Это было абсолютно незабываемо. Вот. Я таким образом, в общем, свою позицию высказал. Крапка. Дякую вам дуже, Вадиме. Вдалого вам концерту. Приїжджайте ще і до України, і до Дніпра, звичайно. Не знаю, чи буде у вас нагода і можливість погуляти нашим містом. І погода така не дуже. Але дуже вам вдячна, що ви знайшли час, що ви прийшли до нас. Спасибо. Дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ми спілкувалися з зіркою світового джазу, видатним піаністом, видатним музикантом Вадимом Неселовським. Дуже дякую вам за увагу. Побачимось.